Привет, друзья! Такая небольшая покупка была. Хотела вам показать в связи с тем, что Алиска сейчас беременная и ходит в туалет чаще. У нее буквально за месяц ушло 10 литров наполнителя. Вот. И мы вот ходили в магазин, взяли вот такой вот, появился новый наполнитель. Такая этикетка у него. Стоит 65 рублей на что-то на 20 рублей дешевле, чем Кузи, который я вам уже показывала не раз. И, в принципе, он, как сказал продавец, точно такой же. То есть у него, видите, крупный сегмент, и впитывает он чуть даже лучше. То есть он на 2 или на 5 литров больше впитывает. Вот, в общем, мы взяли две упаковки. Вот. И еще хотела вам показать новинку. Появился в магазине. Вот у нас мы в Магнит ходили. Вот такая вот свежесть, сыворотка с соком. Савушкин стоит гораздо дешевле, чем покупать Мажитель. Мажитель где-то в районе 80-90 рублей. Это я взяла за 50 рублей. Ну, там, с копейками. Вот. В принципе, в ней все то же самое. Что тут? Сывороточный, пастеризованный соком яблока, граната и лайма. Изготовленный из сыворотки молочной, пастеризованной. Вода, концентрированный сок. Так. Краситель, натуральный сок черной моркови. Немного сахара, стабилизатор. Целлюлоза, декстроза, лимонная кислота и все. В принципе, вот довольно-таки тут 950 грамм и, в принципе, никакой химии внутри нету. Хотя в Мажитель, насколько я знаю, есть какие-то то ли стабилизаторы, то ли что-то такое, чтобы типа не портилось. Вот. Ну и так, для здорового питания взяла вот три бутылки Биобаланса, я вам говорила, мне понравился. И еще хотела тоже показать, вот появился у нас там же в зоомагазине вот такой вот корм для грызунов. Немецкое производство, а стоит гораздо дешевле, чем наше. 130 рублей, и здесь, по-моему, килограмм. Сейчас глянем, да, вот, килограмм. И все как бы натуральное, то есть вот пшеница, травяные гранулы, сено, экструдированная кукурузная мука, петрушка, кукурузные хлопья, высушенное рожковое дерево, маис, гороховые хлопья, пшеничные отруби, семена подсолнечника перемолотые, воздушная пшеница, овес, солодовые корешки, морковь, также протеин, жир, сырая клетчатка, чистая зола и куча всяких пищевых добавок, типа витамин А, витамин D3, витамин Е, витамин С и некоторые еще добавки тоже. Ну вот, Е110, Е102, Е131, но это как бы для животных нормально. Это я смотрела, это как бы для них норма, такие добавки. То есть это Е, это неплохо, неплохие, скажем так, добавки. Мы взяли крыси, но крыса у нас такая своеобразная, она у брата моего живет. И если она есть не будет, то будут свиньи наверняка есть, так что, по крайней мере, одна свинья точно будет есть. Второй просто нельзя есть вот эти вот разноцветные гранулы, поэтому вторая свинья под вопросом. Вот. Ну и чек показывать не буду, я в принципе все цены сказала. Биобаланс 66 рублей, Савушкин 51, это 130 и наполнитель 65. Остальные покупки показывать не буду, потому что как бы это, ну, обычные продукты. Я именно хотела вам показать вот новинки такие. Вот, еще хотела взять Алиске
мяту кошачью, но просто не было мелочи с собой, не хотелось разменивать крупную деньгу. Вот, в следующий раз ей возьму, никак не можем приучить ее к когтеточке. А продавец сказал, что можно этой мятой как бы, ну, натереть когтеточку, и она, типа, будет туда тянуться к этой когтеточке и об нее точить когти. Вот, я, в общем, думаю, надо ее повесить, все-таки куда-то эту когтеточку пристроить, и все-таки, чтобы она не мебель драла, а тянулась к этой когтеточке и купить эту несчастную мяту. Вот, ну и тут вот видно, опять мы взяли Феликс, один из любимых, утка со шпинатом. Ну вот, в общем, такие покупки для животных, и не только. Ну, увидимся в следующих видео. Я думаю, что это я смонтирую все в одно небольшое видео влоговое, а может быть о покупках что-то из разных магазинов. Так что увидимся. Пока-пока. Привет, народ. Тут мама купила для Алиски какой-то новый корм, не знаю, что это было, акция или что, Тео. Я такой не знаю, как бы, если, может быть, у вас в городе или в ваших местных магазинах что-то подобное было, и вы покупали, расскажите мне, напишите в комментариях. Я его уже открыла, сейчас посмотрим, что внутри. А, ну там просто вот такие пакетики, безо всякого названия, тут дата, и написано все не по-русски, вообще русских слов. А, ну вот, полноценный корм для взрослой кошки, и все, больше ничего не написано. 100 грамм. Вот таких, вроде как, там 4 пакета внутри. Вот. Не знаю, называется Тео... Таурина, не знаю, в общем, 4 пакетика по 100 грамм. Если вы такой, ну, брали, или у вас продается вообще что-то подобное, напишите в комментариях. Не знаю, будет вообще Алиска есть. Она привередливая. Здесь такой милый котенок. А вот, ребят, повернула на другую сторону. Тут, я не знаю, будет видно или нет. А, нашла надпись, вот, корм Тео в пакетиках. Полноценный мясной корм для взрослой кошки. Обогащен комплексом витаминов А, Д, 3, Е, а также таурином. Не содержит консервантов и средств, вызывающих зависимость. Как бы я не видела, чтобы у кошек была какая-то зависимость от еды. Вообще, на русском языке очень мало чего. В основном, по-моему, на польском. И дальше вот состав. В составе тоже вот. А вот, вижу русский немножко, немножко русского текста. Мясо, продукты животного происхождения, говядина, сырье растительного происхождения, витамины, таурин. Вроде как ничего больше не содержится. Вот, и 4 пакетика по 100 грамм. В принципе, больше здесь... это 2 пакетика с говядиной. И 2 пакетика с курицей. Курица. Мясо, продукты животного происхождения. Птица. Сырье растительного происхождения. Витамины и таурин. В принципе, да, больше ничего особенно не написано. В основном остальное все на польском. И на каком-то еще языке. Может быть, на латинском. Не знаю, честно говоря. Или на немецком. Тут такие все языки, но вот повыше, видите, если вы знаете, как бы какой-то вот русский, ЕЕ, вообще не знаю, что это за язык. Латвия, Литва, Германия, Польша. Вот эти внизу 2, ЦЗ и ХРВ, вообще не знаю, что это за языки. ЕЕ, не знаю. Корейский, может, какой-нибудь. В общем, в основном все на польском. Вот. И вот такой вот, такая упаковка.
Вот синенькая, называется Тео. И вот котенок нарисован. Здесь вот на лицевой стороне вообще на русском ничего нету. Вот, первый раз. И вот она купила по акции, я правда не знаю, сколько стоило. Здесь 4 пакетика по 100 грамм. И, честно говоря, ну на самом пакетике ничего не написано. Вот он голый. То есть здесь только дата напечатана. И здесь все на каких-то разных языках. Вот только одна строчка. На русском полноценный корм для взрослых кошек. Все. Куча языков, непонятно что. В общем, попробуем, как бы. Потому что написано, что там ничего, кроме мяса, не содержится и витамины. Если Алиска будет есть, вообще интересный такой корм. Вот. Вижу, впервые у нас такого никогда не подавали ни в зоомагазинах, ни в продуктовых магазинах в отделе, где зоотовары. В общем, вижу впервые. Пишите в комментариях, если вы такой корм пробовали своим кошкам. А как ваше впечатление, как впечатление у кошек. Вот, в общем, до новых встреч.